Слава Богу, дорогая церковь, возлюбленные Господом, братья и сестры. Слава Богу. Слава Богу. Как-то так лучше, правда, когда слава Богу это слышно, и еще даже и аплодисменты тоже Господу. Лучше как-то, правда? Народ Божий отличается от всех других народов тем, что в нем больше жизни. Потому что Иисус Христос, Он пришел, дал нам свет, дал нам разум, и Он принес жизнь. Жизнь с избытком. Этот избыток, он должен отражаться во всей нашей жизни. Слава Богу. Я стою здесь, и предо мной такая непростая задача, потому что я должен рассказать уже теперь за двоих, кто мы, рассказать свидетельство, чтобы вы немножко пережили, да, вместе с нами, ну, жизни наших церквей. И в то же время еще я хочу поделиться Божьим Словом, потому что Божье Слово, которым мы делимся здесь, и Писание говорит о том, что Божье Слово пусть вселяется в вас обильно. Мы все, наверное, любим это место Священного Писания, чтобы Слово Божье вселялось в нас обильно. И я думаю, что это в центре всего должно быть, в центре нашего служения. Я благодарен Господу, потому что, пускай даже не все нас знают, некоторые, наверное, здесь есть братья и сестры, которые знают нас, но, несмотря на то, что многие не знают, мы братья. Мы ваши братья. Вот можете посмотреть на нас и посмотреть и сказать, что у нас еще есть два брата. Его зовут Виталий, меня зовут Сергей, мы приехали из соседней области. У вас есть сосед, это восточное направление, это Смоленская область. Мы ваши соседи. Я из города Гагарин, Виталик служит в поселке, поселок, который находится рядом с небольшим городом. И вот недавно он начал там служение, но приходят люди, каются, отдают сердца Господу, уже приобрели они дом молитвы. Вот, вообще это твое время должно было быть, конечно, здесь. Но я все равно. Я благодарен Господу за вашу церковь. Мы когда попали сюда, Виталик так сказал, может быть, очень так строго, что, ну, мы сразу попали в Божье присутствие. Но я скажу, что мы попали в Божье присутствие, и мы попали в хорошую атмосферу. Во-первых, благодарю группу прославления. Сегодня, ну, мы договорились, да? Пел вверх, слава Богу, мы очень благодарны. Мы когда вас увидели, прямо нам стало намного легче здесь быть. И хорошая атмосфера. Мы приехали, я из церкви, из небольшая церковь, все точно так же, как у вас. Прославление здесь, кафедра здесь. Крест здесь, барабаны здесь, но только все меньше. Только все меньше. Люди, я вас уверяю, братья и сестры, несмотря на то, что здесь 800 человек, да, членов 800 же у вас, да? Ну, там плюс-минус, да, я точно не знаю, знаю примерно. Несмотря на то, что 800 человек, но я вас уверяю, в каждой церкви есть люди очень похожие. И, наверное, кто посещает какие-то церкви, приезжает, вы смотрите на человека и говорите, вот эта сестра вот в нашей церкви такая точно есть. Ее, может быть, зовут по-другому, но точно такая. Вот этот брат, вот точно такой есть. И я благодарю Господу, потому что Божий народ, он даже, ну, незнакомые люди, но все равно, когда мы встречаемся и видимся, все равно, ну, у нас есть... Конечно же, это духовное, да, то, что нас соединяет, это кровь Иисуса Христа, это первое и самое важное, и мы, ну, имеем это духовное единство, потому что Господь подарил нам это духовное возрождение. Мы были возрождены от Духа Божьего, от Его Слова, и мы благодарны за это Господу. Но есть то, что объединяет нас, Бог приводит нас в какое-то однообразие. Мы начинаем одинаково мыслить, потому что обновляемся духом ума, изучая вместе Священное Писание, вникая в эти духовные истины, потому что мы идем к одним целям, потому что мы разделяем одно вероучение, потому что мы общаемся с одним Богом, и я вас просто уверяю, что мы с тем же Богом общаемся, и мы учимся у Него. И поэтому мы приходим к какому-то такому однообразию, правда? Замечали вы такое? Бывает, что где-то вы поехали куда-то и разговариваете с верующей, ну, сестра или брат, вы никогда раньше не виделись, но как будто вы из одной церкви. Бывает же так. И это очень сильно вдохновляет и радует нас в Господе. Но, несмотря на то, что мы очень похожи, есть некоторая разница. Почему? Потому что Господь действует по-разному, в разных местах, направляет. Мысли служителей, мысли Божьего народа, ну, немножечко по-разному, это касается служений. И я
Хочу немножко засвидетельствовать, рассказать о том, как Господь действовал у нас и действует до сих пор, совершает свою работу. Мы с Виталием пришли и стали верующими в одной церкви. Мы из одной церкви уверовали, покаялись, пережили встречу с Господом, начали служить, трудиться начали в этих церквях. Господь подарил нам жен, есть у нас семьи, и мы благодарны за это Господу. Но в определенное время Господь призвал меня, мою семью, призвал из такой достаточно крупной церкви, из Смоленска. Мы поехали в очень маленькую церковь. Я в этом городе никогда не был. Я хочу, чтобы вы запомнили, что это за город, и молились за этот город. Запомнить очень легко. Это родина первого космонавта планеты Земля, Юрия Алексеевича Гагарина, город Гагарин. Я там никогда не был. Молитесь, пожалуйста, сестрам особенно обращаюсь, прошу, вы всегда постоянны в молитвах, более постоянны, чем братья, да простят меня братья. Вот. Но молитесь за город Гагарин, чтобы Господь совершал там свою работу. И я там никогда раньше не был, но пережил ясный и четкий призыв от Господа со всякими искушениями, с разными сомнениями, но Господь утвердил, и мы с женой отправились туда. Дело в том, что трудно состояло в том, что до нас в этом городе трудилась семья. Это пастор, его жена, его дети, взрослые дочери, там, зятья, помощники. И целая семья такая служителей, которые они занимались прославлением, молодежным служением, детским служением. В общем, все служения церкви они несли и очень так успешно, я бы сказал. И, просто Господь их призвал, они поехали в другой город, намного больше, приняли большую ответственность. И мы с женой приехали, не поем, не танцуем, что называется. У них очень такая музыкальная группа у них была. И мы приехали, и маленькая церковь, и уже, наверное, лет 5 на то время не было крещения в этой церкви. Был дом молитвы, и мы приехали. И сильного какого-то, может быть, такого руководства от братьев, да, мы не получили. Но я за это благодарю Господа, потому что, кто тебе скажет, как делать, если ты не научишься сам? То есть люди могут подсказать, немножечко подсказать, служители могут подсказать, не делай никаких там резких движений, тихонечко служи. Я сейчас очень откровенно с вами говорю, вы понимаете, да? Вот, но научить никто не научит, должен научиться всегда сам. И Бог дал милости. Бог дал милости нашей церкви. Еще раз скажу, что церковь несколько лет не было вообще крещения, не занимались никакой социальной работой. Люди оставались верными. И Бог дал милости. Мы всей церковью приняли такое решение. Господи, мы будем молиться Тебе и просить у Тебя, чтобы Ты сказал нам, что мы должны делать, как мы должны делать. Просто искренне, как дети, обратились к Богу. Сказали: Господь, мы что-то умеем, что-то не умеем, что-то получается у нас, что-то не получается, но мы хотим, Господь, чтобы Ты сказал нам, чтобы Ты обратил наше внимание на то, что мы должны делать. И знаете, люди очень так хорошо подхватили это. Это ж хорошо, правда? Господь что скажет, то и будем делать. Люди всегда принимают такую молитву, да, они соглашаются так молиться. И очень так хорошо церковь подхватила, но когда Господь начал отвечать, наверное, когда человек говорит: Господи, что Ты повелишь мне делать, он ожидает всегда чего-то другого. Скорее всего, потому что мы так устроены, как люди. Но когда Господь начал отвечать, то тогда люди подумали, что как-то мы не того ждали. Вообще, я хочу сейчас обратить внимание церкви, внимание вас, братья и сестры, на то, что Господь отвечает очень быстро на три молитвы. На три молитвы Он отвечает сразу. Есть люди, которые говорят: Господь как-то не отвечает, не слышит. Но я вам хочу сейчас доказать, что Бог отвечает на три молитвы сразу. Первая молитва. Я понимаю, собрание большое, но я все-таки спрошу, как вы думаете? Может, у вас есть какие-то варианты? Конечно же. Это самое, наверное... Спасибо вам огромное, вы выручаете.
Конечно же, первое – это грешник, который приходит к Господу и кается. И Бог сразу отвечает, каким образом? Он прощает грехи этого человека. Это сразу, и это самое яркое. И все мы здесь, большинство из нас здесь присутствующих, тому свидетели, и мы говорим, да, меня простил. Слава Богу. Вторая молитва, на которую сразу отвечает Бог. Когда мы молимся и говорим, Господи, покажи мне, какой я, и чтобы я увидел, какой я. Измени меня, то есть дай мне увидеть себя, какой я святой, какой я освященный, какой я такой хорошенький перед тобою, какой я чистенький. Покажи мне себя и, пожалуйста, дай мне измениться. И проходит какое-то время очень короткое, и ты сразу понимаешь, что если бы другие бы знали тебя так, как ты себя знаешь, то они бы уважали тебя намного меньше. Правда? Хотя они тебя уважают и любят тебя. И ты понимаешь, почему Бог это делает. Он делает это не для того, чтобы нас унизить, но для того, чтобы мы имели объективный, трезвый взгляд на свою жизнь. Для того, чтобы нам меняться, приходить к Нему и говорить, Господи, вот это мне очень не нравится, я понимаю, что это и тебе не нравится. Я не хочу больше повышать голос в своей семье. Пожалуйста, помоги мне измениться. Я буду стараться. У меня будет получаться. Будет иногда не получаться, но я все равно буду стараться. Правда же? И Бог, Он хочет, чтобы мы проходили вот этот процесс, и Он поэтому отвечает сразу. Первое, Он отвечает на молитву покаяния, когда мы приходим к Нему, каемся в своих грехах, исповедуемся, и Он принимает это исповедание. Второе, Он сразу отвечает на молитву, когда мы говорим, Господи, покажи нам, какие мы. И третье, молитва, когда мы просим у Него и говорим, как? Спасибо вам огромное, слава Богу. Видите, я же говорю, мы с одним Богом общаемся и получаем одно и то же. Что повелишь мне делать? Господи, что ты хочешь, чтобы я сделал? Он сразу отвечает, правда? И вы тому свидетели, потому что иногда мы, конечно, просим у Него и говорим, Господь, что повелишь мне делать, но в то же время мы себе как-то представляем, что мы сейчас будем делать. Как-то себе представляем. Ну, отчасти мы правильно представляем, отчасти неправильно, но мы церковью начали так молиться, откровенно, искренне перед Богом начали молиться. И Писание говорит, что в Библии написано, в Ветхом Завете Иисус Христос цитирует этот стих Священного Писания из книги пророка Исаии 56 главы. В Новом Завете Он цитирует это место. И Иисус сказал, что «Дом мой назовется домом молитвы». Кто может продолжить? Обычно люди говорят, а вы сделали его вертепом разбойников. Так вот, это в Ветхом Завете этого нету. Но в Писании есть, что «Дом мой назовется домом молитвы для всех народов». Для всех народов, скажите, для всех народов, скажите в сердце своем. Для всех народов. Я благодарю Господа за Бобруйск. Все, что мы знаем о Бобруйске, там у себя, то мы знаем, что там живут разные люди. Разные. Я понимаю, что вы живете, да, и вы из разных народов. Есть Титовка, где живут кто? Цыгане. Я не знаю, где живут евреи, наверное, везде, как и по всему миру. Живут белорусы, живут русские, армяне, скорее всего, есть. А? Есть, конечно, да. И это хорошо, потому что мы живем, и вокруг нас живут разные народы. И когда мы начали так молиться, то Бог начал приводить, ну, прежде всего, в мою семью, ко мне, начал приводить цыган. И церковь, которая никогда... Дело в том, что я приехал из такого города, ну, я немножко расскажу, приехал из такого города, где... Приехал в эту церковь, в этот город Гагарин, из такого города, где в городе цыгане, они выглядели очень, очень так респектабельно. Они такие, как дети Дона Корлеоне, были все богатые, на дорогих машинах, такие вот прямо все на геле. Вот. А когда я приехал в Гагарин, то я таких цыган никогда не видел. То есть это самые... я видел их, там подростки их по городу ходят. И мне настолько жалко их стало. Такие бедные люди вообще, то есть, знаете, иногда мы думаем, что мы как-то живем не очень достойно.
Но когда я посмотрел, как живут они, то есть это, если кто-то считает, я с того времени, я всем своим друзьям говорю, если вы думаете, что вы недостаточно хорошо живете, давайте я вас отвезу, мы там побудем какое-то время, и вы будете все время благодарить Господа за свою жизнь. То есть были такие даже моменты, когда в домах, то есть это, они живут, такие старорежимные цыгане, они живут на старой, ну, такими старыми порядками. То есть здесь у вас бобруськи тоже таких нету. Попадаются, я вообще Бобруйск, ну, давно знаю. Ну, в основном Бобруйск знаю по Титовке. Потому что проводили там евангелизации, общались там с верующими людьми. Я знаю братьев и сестер, которые трудятся в этом служении из вашей церкви. И вот, ну, в Гагарине вот были такие даже моменты, что, ну, я приходил в дом, и вот эти дома, да, которые сбиты просто из досок с опилками, в полу были дырки. И дети привязывают, ну, палочка какая-то, привязывают ниточку, туда вешают хлеб и туда опускают. И мы спросили, а что вы делаете? Они говорят, мы играем в рыбалку. Мы в рыбалку играем. Я говорю, а что ловите? Крыс ловим. Ну, как бы игра у них такая. То есть в таких условиях, если зимой проехать около этого табора, зимой вечером поздно, когда темно, то стены, в стенах видно свет. То есть свет из дома, он пробивается на улицу. Я понимаю, что вы, ну, что многие из нас, я, ну, понимаю, что сейчас не такое время, то есть таких мест очень мало. Но мы не видели просто такого, и я как бы, ну, понимаю, что такое трудно увидеть. Ну вот как-то получилось так мне увидеть. Я видел, когда по улицам проходили подростки, проходили люди, я посмотрел. Для меня очень странно было, что так можно, такие бедные могут быть. И получилось так, что в машине у меня, ну, еще кассетная магнитола была. У меня была кассета там с цыганскими песнями, с крестьянскими. Я что делал? По улице еду, вижу, подростки идут, цыганята. Я окно открою, подзываю их, говорю, идите сюда. И кассету раз туда, говорю, слышь, что за язык, не могу понять. Ну так, мудро так с ними. Говорю, что за язык, не могу понять, объясните мне. Это наши поют, говорят, это наши поют. Я говорю, ну-ка расскажи, а что поют-то? И они мне начинают, ну там же песни как проповеди, и они мне начинают проповедовать. Иисус Христос живой, Он любит. Думаю, да, ну это мне так интересно было, думаю, хорошо, мне приятно было слушать их. Но они сами себя слушали. Постепенно знакомился, Бог давал встречи. И однажды в один момент получилось так, что у нас в России 1 июня – это День защиты детей. И моя жена просто собрала два пакета детских вещей, я со своим помощником взял, сел в машину и поехал туда. Думаю, День защиты детей, как-то не хочу, чтобы он проходил как-то, и мы церковью не сильно отреагировали на это событие, чтобы потрудиться. Я думаю, поеду просто детям подарю и расскажу Евангелие. Я приехал в этот табор, и, ну, к удивлению, да, они взрослые мужчины, такие уже, у которых дети, то есть там по 7 детей, есть мужчины, у которых уже внуки. Я подарил эти вещи детям, и с мужчинами сели, начали разговаривать. И в тот момент я заметил, что они сидят и слушают, им интересно слушать. И я не сильно вообще, то есть я не сильно был разбалован большими общениями братскими, где люди сидят и слушают меня, верующих, проверующих людей. Я не сильно был разбалован неверующими людьми, которые готовы сидеть и часами слушать Евангелие. И я в определенный момент понял, думаю, сейчас, наверное, в Смоленской области немного служителей, которые бы могли сказать, у меня есть домашняя группа из 12 серьезных мужиков, которые слушают Евангелие. Я думаю, какая разница вообще, где это и что это, в таборе это, или это у кого-то в хорошей квартире. Думаю, да какая разница вообще, цыгане это, или это ну, какие-то там люди другой национальности. Главное, что они слушают Евангелие. И я не рассчитывал на то, что может что-то произойти, какие-то служения там. Я просто проповедовал Евангелие. Я вам сейчас искренне говорю, почему? Потому что я сильно, даже у меня сильной веры не было, что что-то можно изменить. И начал проповедовать, и Бог дал милость. Я начал постоянно приходить в этот табор, меня принимали в одну семью. В одну семью много детей, уже старшие дети, старшие сыновья были женаты. И старший его брат, он был, то есть я еще раз повторюсь, они такими
живут старыми порядками, да, то есть не так, как новые эти цыгане, а старыми порядками. И старший его брат, старший брат этого человека, он был главным в этом таборе, был барон. То есть он решал вопросы с милицией, там, скорая помощь, если приезжает, то приезжает сначала к нему в дом, а потом он говорит, куда надо идти. Вот, и вот, ну, вот такие моменты. И получилось так, что его старший брат, этого человека, который, в семью которого я, в дом которого я начал ходить, старший брат, он был барон, и я ему, он меня отвел к нему, я ему проповедовал Евангелие, он послушал, ну, покачал головой, и, ну, ничего против не сказал, мы с ним попили чаю, и все, на этом все закончилось. И прошло немножко времени, и его земная жизнь закончилась, этого человека. И я уже приезжаю очередной раз, приезжаю в дом, в эту семью, где я уже проповедовал Евангелие неоднократно, начал ездить туда, брал свою жену и детей начал брать, проповедовал там. И я один раз приезжаю к нему домой и смотрю, у него пришли цыгане другие и решают какие-то вопросы у него. А этого брата, сейчас он уже верующий, заключил завет с Господом, он член церкви, сейчас... Ну вот так, ну тогда он не был братом. Я говорю, Будулай, говорю, а его зовут Будулай. Дело в том, что его так назвали не цыгане, а назвали русские. У него прямо в паспорте написано. Знаете, иногда цыган просто называют Будулай. А у него в паспорте Юрченко, Будулай, Васильевич. То есть все официально Будулай. Его так назвали русские врачи. Потому что когда его мать отвезли в роддом, то эти врачи, насмотревшись этого фильма, заставили ее назвать сына Будулаем. Ну она так и назвала, в паспорт записала. И получилось так, что я уже проповедую в семье барона. И мне облегчается ситуация. Я верю, что это Господь так делал. И Бог начал касаться их сердца. И в одну ночь, ну, я расскажу, может быть, давайте я подробно скажу, как это было. Почему? Потому что он рассказывал. Я очередной раз был, проповедовал Слово Божье, молился. Никогда в своей жизни не слышал молитву на цыганском языке. Молился на русском за них. И уехал. И в эту ночь он не спит, его сыновья, старший сын, средний сын, еще сын, они не спят и ходят, и дома сделаны так, что видно, да, то есть нету таких комнат, как у русских, то есть видно, кто ходит, кто что. И его средний сын подходит и говорит, ты не спишь, отец, ты не спишь? Он говорит, я не сплю. И он говорит, ты думаешь о том, о чем же я? И они боялись друг другу признаться, что они уверовали, потому что для цыганского народа принять другую, то есть отказаться от так называемой веры отцов и принять веру в живого Бога, это огромный стыд. Это, ну, то есть это стыдно, что скажут родственники, тем более они первые. И они в один момент отказались от идолов. То есть для цыганского народа это вообще не свойственно. Они разломали все эти пластмассовые крестики. То есть убрали все, что было связано с идолами дома. Я их этому вообще не учил. И в одну ночь они, то есть искренне признались пред Господом. Он, его жена, его четверо детей. Там еще были уже женаты, были сыновья. И они отказались в одну ночь. Они, то есть приняли решение быть с Богом и в живого Бога верить. И я благодарю Иисуса, потому что это Он так делает. Это слава Богу. Если бы мне сказали, что ты делал там, ну как ты им служил, я бы сказал, я ничего не делал вообще особенного, я просто приходил, читал Божье Слово, и когда они что-то спрашивали, я говорил, открывал Священное Писание и говорил, здесь написано вот так, и читал им. И это на них очень сильно повлияло. Почему? Потому что они все-таки внутренне понимают, что Слово Божье – это правильно, это не какой-то обман людей. И они уверовали, и, конечно же, ну, на этом ничего не закончилось, потому что цыганский народ, много разных там вопросов. Получилось так, что его сестра в это же время уверовала в Москве, в московской церкви, его родная младшая сестра, с которой он когда-то там давно пел, играл, там, она плясала, когда девчонкой была 13-летней, она уверовала в Москве, она уже взрослая, у нее уже своя семья, причем он ей не проповедовал и практически с ней в это время не общался. Получилось так, что Господь прислал еще одну родственницу, и она приехала, она вообще из Волгограда, и она там уверовала. И, ну, после этого, ну, я начал продолжал служить, начали другие люди обращаться к Господу, приходить в церковь, и в определенный момент
я понял, что люди в церкви, в принципе, ну, Господь еще и по-другому ответил, но люди в церкви, они как-то, я смотрю, как-то не сильно принимают то, что Господь уже ответил на их молитву. То есть мы хотели, говорим, Господи, что ты хочешь, чтобы мы делали? Мы и другие вещи делали, то есть там интернат, где около 90-92 тогда ребенка было, интернат для детей, которые без родителей. То есть мы начали туда ходить, тоже начали, это отдельная история, да? Вот, начали туда ходить, проповедовать Божье Слово, открыто делали это. То есть занялись реабилитацией, программой реабилитации в церкви. Там у нас дом молитвы есть, то есть на базе нашей церкви поместной и в доме молитвы в этом прямо мы делали реабилитацию для зависимых людей. Вот, и Господь отвечал, но я хочу на что обратить внимание, что люди в церкви не все сразу отреагировали. То есть Бог-то ответил, и ответил очень сильно. И очень часто так в нашей жизни бывает, что мы не замечаем, то есть мы ожидаем другого. Но пусть Господь даст нам мудрости и искренности, чтобы мы принимали от Него то, что Он дает. Потому что мы должны идти в открытые двери, которые Господь открывает для нас. Писание учит нас быть послушными Господу. И это буквально быть послушными, когда Он ведет нас куда-то. То есть не просто сказать, Господь, я послушен Твоему Слову, да, я верю Тебе. Я сегодня уже говорили об этом. Не просто сказать, Господь, я верю в Тебя или верю Тебе, но доверять Ему, идти за Ним туда, куда Он нас ведет. И вот Бог дал милости. Я познакомился в Смоленске, познакомился со служителями из Белоруссии, которые трудятся в этом цыганском служении. И благодарю Господа, потому что первые служители, которые приехали в Гагарин из Беларуси, они были из Барановичи. Ой, не из Барановичи, они были из Бобруйска, прошу прощения, путаю немножко. Они были из Бобруйска, из вашей церкви. Из вашей церкви они приехали, Сергей Марковский такой, там Оксана приехала, еще одна сестра. Вот, и мы... Они приехали, и для нашей церкви, они видели цыган, да? Но для нашей церкви, когда они делились словом, свидетельствовали, это было как перемена парадигмы какой-то. То есть они прямо посмотрели на то, что цыгане могут быть верующими и нормальными верующими, да? Если можно так сказать. Ну, не то, что нормальными, хорошими верующими. Ко мне подходили братья, которые достаточно зрелые в Господе, которые достаточно в Господе зрелые и говорили, Сергей, они нормальные верующие. Я говорю, ну да, ты что, ждал другого что-то? Ты ждал чего-то другого? И тогда мы пошли там в табор, начали служить, они начали проповедовать. И цыганам приятнее, когда люди из их народа говорят о таком же Боге. Я первый раз в жизни услышал молитву на цыганском языке от служителей вашей церкви. То есть я до этого не слышал, сам молился. И потом уже... шло время, люди возрастали. Я несколько раз приезжал в Бобруйск, был на Титовке, проводили евангелизацию в вашей церкви. Да, ваша церковь проводила евангелизацию на Титовке. В том году около 100 человек было. Я благодарю Господа, потому что сегодня мы не можем не замечать вот эти вещи. Потому что в определенное время, было время в России, когда Бог особенно как-то спасал наркоманов. Вот было такое время. Вот у нас там в городе есть тоже такой район, ну, типа вашей Титовки, только более криминальный, там больше зла, наверное, чем у вас здесь, намного больше зла. И с этого района Бог начал спасать людей. То есть там люди, которые были связаны с наркотиками, сегодня многие из этих людей, они служат Господу в разных церквях, несут пасторское служение, диаконы церкви. То есть было такое время. Потом это как-то подпритихло. И на сегодняшний день я усматриваю то, что Бог, Он по разным местам, Он замечает цыганский народ, и Он идет к ним. Цыгане, знаете, что об этом говорят? Время последнее. Если цыгане каются, значит Иисус скоро придет. Они сами об этом говорят. Это правда. Недавно, еще раз благодарю вас за ваших служителей, за вашу церковь и за тех, которых вы посылаете. Недавно я был в Тамбовской области. В Тамбовской области, почему мы туда поехали? Тоже поехали ваш служитель Сергей Каминский, братья из Белоруссии. Поехали туда, почему? Потому что до нас дошел слух, что там есть группа цыган, нету служителя, нету церкви, вообще ничего нету, но есть группа цыган, которые читают Библию.
и верят Богу, и Господь крестил их Духом Святым. Мы туда поехали, это дальние родственники наших, там, гагаринских. Мы туда поехали, приезжаем туда, познакомились, начали общаться, и я смотрю, я понять ничего не могу. Они ничего не знают того, что знаем мы. То есть они не знают, нам с Сергеем, с Каминским пришлось проводить 2 дня библейскую школу на полу. То есть они живут старыми порядками, они не сидят там на стульях, на диванах. Даже цыгане, которые поехали туда со мной, говорят: Сергей, мы никогда столько на полу не сидели. Вот, ну, более цивилизованные. Мы проводили вот эту, ну, такую, так называемую библейскую школу на полу. То есть мы открывали Писание, проповедовали такие учительные проповеди, потом пели псалом, потом опять Писание, потом чай, потом опять псалом, потом опять урок, ну, так называемый урок, да? То есть, ну, мы проповедовали все, что мы знаем. Такое, давали им учение, потому что нам жалко. Господь пришел туда, Он касается их сердца, они каются. Сергей Каминский, такой момент я запомнил, немножко опешил даже. Ну, он с гитарой поет немножко, да, и он берет гитару и хотел их удивить, что песни из песенника, что вот из песенника песни, начинает петь, а они все песни из песенника поют. То есть у них вот такой песенник обычный, как у нас, да, вот песня «Возрождение». И они это, если мы из этого песенника поем выборочно как-то, они поют все подряд. И они все песни знают, и он говорит, я их хотел удивить, а они все поют. И причем поют и дети, и взрослые, и, ну, иногда там чуть-чуть отличается мотив, но весь песенник они поют. И мы были в такой атмосфере, и вплоть даже не знают, просто даже как причастие принимать. Их въехал какой-то миссионер там заезжий, они говорят, мы вот уверовали, там не знаю, как они с ним там познакомились, тоже вроде из цыганского народа он, и крестил их. Ну, то есть крещенные люди там, ну, их немного, может быть, человек 8. Вот, но и они не знают, как даже причастие принимать. А есть те, которые проповедуют Слово Божие и хорошо проповедуют. Они, правда, не знают, что нужно к проповеди готовиться, они просто открывают и начинают проповедовать. Мы их говорим, слушайте, ну, надо хоть как-то читать, до этого заранее готовиться. Да, да, готовятся у вас, братья? Слава Богу, у нас тоже. Вот. И понимаете как? И мы говорим, ну надо как-то вот это, не знают, как причастие принимать. Есть люди, которые крещены Духом Святым, но еще не крещенные в воде. То есть вот такая. Я почему это рассказываю? Потому что Бог, независимо от того, что люди подумали, просчитали, сообразили, как-то предусмотрели, Бог все равно идет туда, куда Ему надо идти. Он идет туда, куда Ему надо идти. И в этот момент мы, как церковь, должны обращать внимание на такие вещи. Сегодня в России живет очень много людей из мусульманского мира, то есть это таджики, узбеки, которые ведут себя очень культурно и вежливо на территории, на нашей территории, и готовы слушать Евангелие, готовы слушать, когда мы им будем читать Библию, рассказывать им о живом Боге, и очень уважительно относятся к этому. Я специально в машину положил несколько новых заветов на таджикском языке, и теперь я где вижу таджика, говорю, иди сюда. Что это за книга, прочитай, что это за язык? Говорю, что это за язык? Он говорит, это наш, это священная книга, можешь подарить? Я говорю, конечно, тебе дарю, читай. Пусть Бог благословит, чтобы Его дело, оно не остановилось, чтобы мы были чувствовали, чтобы мы были открыты к Его работе. Слава Богу! Хочу прочитать место Священного Писания. Это Евангелие от Иоанна, оставить вам, поделиться этим. Евангелие от Иоанна, 12 глава. Давайте вместе откроем. Евангелие от Иоанна, 12 глава, с 20 стиха. Евангелие от Иоанна, 12 глава, с 20 стиха. «Из пришедших на поклонение в праздник были некоторые эллины. Они подошли к Филиппу, который был из Вифсаиды Галилейской, и просили его, говоря, «Господин, нам хочется видеть Иисуса». Филипп идет и говорит о том Андрею, а потом Андрей и Филипп сказывают о том Иисусу. Иисус же сказал им в ответ, «Пришел час прославиться Сыну Человеческому. Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, падшее в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода».
любящий душу свою погубит ее, а ненавидящий душу свою в мире этом сохранит ее в жизнь вечную. Кто мне служит, мне да последует, и где я, там и слуга мой будет, и кто мне служит, того почтит Отец мой». Мне очень нравится это место Священного Писания, мне нравится именно вот отрывок вот этот, потому что в нем так интересно развиваются события. И я, читая, очередной раз прочитывая это место Священного Писания, как будто оказываюсь на том месте. Бывает же у вас так, да? Читаете, как будто вы там, как будто вы рядом с Павлом, как будто вы рядом с Андреем. Так. Ну, бывает же так. И вот я читаю, и я понимаю, что была такая ситуация, когда пришли эллины, и они подошли, они не сразу подошли к Иисусу, они даже не к Петру подошли, вот, но подошли, они подошли к Филиппу. И Писание говорит о том, что он был из Вифсаиды Галилейской. И Филипп был из Вифсаиды Галилейской. Я задавал такой вопрос, думаю, ну случайно это, не случайно? В Писании ничего случайного нету. Если об этом написано, то, скорее всего, не случайно. Как вы думаете, почему они подошли к Филиппу, который был из Вифсаиды Галилейской? Эллины это, ну, народ, да, это люди, которые дальше всего от Иерусалима, да, наверное, дальше всего от храма, дальше всего от святое святых. Они наиболее удалены от этого святого места. А подошли к Филиппу, который был из Вифсаиды Галилейской. Почему? Потому что Вифсаида Галилейская, она, ну, может быть так, может быть не так, но Вифсаида Галилейская, она тоже, она как бы на окраине Иудеи. То есть она тоже удалена от Иерусалима. И люди, эти эллины, они подошли к нему. И с одним вопросом. Они говорят, мы хотим видеть Иисуса. Они подошли к человеку, к Филиппу, и говорят, мы хотим видеть Иисуса. Людям всегда легче подойти к тем, братья и сестры, им легче подойти к тем, которые сидят на последнем ряду отсюда, чем ко мне. Людям новым, эллинам, которые новые люди приходят в церковь, или которые вообще в жизни мы встречаем, им легче подойти к тем, которые... ну, больше как бы похожи на них, больше, ну, ближе к ним, да, территориально даже. И, ну, мало, я уверен, я же понимаю, что, ну, мы же из одной страны, да, мы, ну, нам как-то не очень, хотя наши служители, пастора наши, это добрые, простые люди, но все равно как-то вот этот менталитет, что, ну, все-таки он пастор, да, они же, ну, так мы устроены, может быть. Но которые немножко удалены, к тем легче подойти. И я хочу сказать про всех вообще, кто на втором, на первом ряду сидит, и на последнем ряду. Дело в том, что в нашу жизнь все равно приходят люди. И они как бы иногда напрямую говорят, а расскажи мне, куда ты ходишь. Да? Иногда они говорят напрямую. А иногда они молча задают этот вопрос. Нам бы хотелось увидеть что-то духовное вообще. Нам бы хотелось бы какую-то другую жизнь увидеть. То есть они как бы не говорят даже. Но все равно в их жизни есть этот вопрос. Потому что человеческая душа, она создана такой Богом, что она даже внутренне заложена в нее вот эта тяга к своему Творцу. Правда же? Любой человек рано или поздно, ну, в детстве чаще люди об этом задумываются, потом какой-то период времени могут не задумываться, бывает в старости задумываются. В разный период времени люди задумываются... о Боге и вообще о том, для чего я живу, зачем это нужно. И такие люди, они приходят в нашу жизнь. Мы с ними встречаемся. Люди попадают в проблемы, люди попадают в какие-то странные жизненные обстоятельства. У людей бывает непорядок в семье, и они приходят в нашу жизнь, и они как бы задают этот вопрос. Нам хочется видеть Иисуса. И что делает Филипп? Дело в том, что я не хочу сильно критиковать Филиппа, потому что надеюсь однажды с ним встретиться. Кстати, да, я всегда проповедую, знаете, когда проповедники проповедуют о Петре, о том, как он перестал смотреть на Иисуса, начал смотреть на волны и начал тонуть, я думаю, а вот когда ты с ним встретишься, тебе ж неудобно перед ним будет, как-то надо аккуратнее о Петре-то, правда? Ведь все равно он же потом, так, главное дело, что эти остались в лодке, не шагнули в воду. И они более достойно выглядят, чем Петр. Для меня, я думаю, молодцы. Они даже и не попробовали, а этот попробовал, какое-то время шел. Потом Иисус его поднял,
И поэтому я о Филиппе тоже не хочу сильно плохо говорить, но он идет куда? Они говорят, нам хочется видеть Иисуса, а он куда их ведет? Куда он идет? Мы читаем. Они подошли к Филиппу, который был из Вифсаиды Галилейской, и просили его, говоря, «Господин, нам хочется видеть Иисуса». Филипп идет и говорит о том Андрею. Ну, Андрей вообще, он уникальный был, он первый с Иисусом познакомился. И Петра взял, и пошли к нему домой. И они уже к Андрею, но он ближе, да? Он ближе к Иисусу. И говорят, я вот представляю, они приходят, приходят к Андрею, он приходит к Андрею и говорит, «Пришли люди, хотят видеть Иисуса. Что будем делать?» Что будем делать? Ну, ты ближе к Иисусу, что будем делать? Потом. Потом Андрей и Филипп сказывают о том Иисусу. Осмелились, подошли к своему учителю, к своему спасителю. И вдвоем пришли и говорят, Иисус, пришли люди, хотят тебя видеть. Хотят тебя увидеть. И потом мы читаем слова, которые являются переломным в этой вообще истории, в этом отрывке. Иисус же сказал им в ответ. Они что, вопрос какой-то задавали? Они просто подошли и сказали, пришли люди, хотят тебя видеть. А Иисус сказал им в ответ. Почему он так сделал? Потому что он увидел в их подходе, в том, что они подошли и сказали, он увидел, что они что-то не понимают. Он им как бы научить хотел. Он их хотел научить, объяснить им, чтобы у них более ясно и трезво сложилась вообще картина, что нужно сделать с людьми, которые хотят видеть Иисуса. Иисус говорит им в ответ. Иисус сказал им в ответ. «Пришел час прославиться Сыну Человеческому. Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, падшее в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода». И Иисус, конечно же, первое, о чем Он говорит о Своей смерти. Он говорит о том, что «Я пришел на эту землю, Я пришел в этот мир для того, чтобы посеять Свою жизнь». Он говорит, я пришел на эту землю для того, чтобы посеять свою жизнь, для того, чтобы умереть и не остаться одному. И сегодня мы знаем, что он на подвиг души своей, он смотрит с довольством. Сегодня, когда церковь прославляла Бога, я осознанно посмотрел, повернулся. Меня очень сильно вдохновляет, когда масса людей, они искренне прославляют Господа. Это я просто человеческими своими глазами. Иисус смотрит на всех своих детей по всему лицу земли, и для него это довольство. Он смотрит на свою церковь, на верных ему людей, и для него это довольство, ему радостно на это смотреть. Потому что эти люди, они отдали свои жизни, посвятили свои жизни ему. И он говорит им в ответ, если пшеничное зерно, павшее в землю, не умрет, то останется одно. Пришел час прославиться Сыну Человеческому. Только ли о себе говорит Иисус? Он отвечает им. К ним пришли люди, и он говорит им, к вам, он этими словами как бы объясняет им, к вам пришли люди, и я даю вам пример, что делать с этими людьми. Если я, Господь и Учитель, сделал так, то вы же не больше меня, и вы так должны делать. Да, когда он объясняет этот смысл, ну, когда они спрашивают у него, ноги умывать, ты, учитель, умываешь нам ноги, то есть ты нам служишь, то он им объяснил, так и вы должны служить другим. И здесь мы понимаем, что он учит их, и учит их не просто каким-то деталям, он учит их, как нужно отнестись к своей жизни. Он свою жизнь посеял для того, чтобы масса людей, они стали спасенными людьми, чтобы они вырвались из этих дьявольских оков, вздохнули воздухом свободы и устремили свой взор в небеса. Он пошел на Голгофский крест и отдал себя ради этой цели. И когда Иисус Христос, он смотрел на учеников, смотрел на этих эллинов, он думал об одном. Я хочу задать тебе вопрос. Когда в твою жизнь приходят люди, о чем думаешь ты?
Ну, кто-то, конечно, думает, найти нужно Андрея. Я не имею достаточно духовного помазания для того, чтобы рассказать им простое Евангелие, рассказать им о Христе, рассказать им свое свидетельство и призвать людей принять Господа. Кто-то так думает. Я в своей жизни встречался с людьми, которые... Знаете, как получилось? Ну, могу коротко рассказать. По работе я... Получилось так, что один неверующий человек по работе свел меня с двумя братьями. Ну, они оказались не пятидесятниками, хотя с одной области, не из пятидесятнической церкви. Вот, то есть они не знали, что я верующий вообще. Я знал, что они верующие. Я перед Господом принял такое решение: я не буду им врать, я не буду их обманывать, то есть ложь с моих уст не будет, но я не буду говорить, что я верующий. Посмотрю, что будет. И получилось так, что мы 2 дня должны были вместе работать. Молодые такие ребята. И вот они 2 дня пытались мне проповедовать. И их проповедь в основном состояла из вопросов. И, ну, как бы начинали всегда от противного. Да, от противного, знаете как? А вот люди Библию не хотят читать. Вот. Они не читают Библию, они телевизор смотрят. Я им поворачиваюсь и говорю, я за рулем был. Говорю, вы знаете, говорю, я телевизор не смотрю, мне некогда, а вот Библию читаю. Они такие, да? Тишина, они молчат, едут. Проходит какое-то время, они там, а вот добрые дела. Добрые дела. Я говорю, ну, делаю добрые дела. Говорю, и друзей у меня много, вообще много добрых дел делают. Не хочу говорить вам, но делаем. Они опять, да? А вот в церковь не ходят. Я говорю, я каждое воскресенье хожу. Опять, да? И вот они заходами, и 2 дня. 2 дня, можете себе представить? 2 дня. Ну, они, я их отвез домой, они переночевали, опять встретились, опять. 2 дня. И в конце уже, в конце 2-го дня, и по-разному, и вот это, и вот это. То есть, и я им задаю тоже вопрос. А скажите, я буду на небе? Я буду в раю? Я на всех их вопросы отвечаю, да, я это все делаю. И говорю, а буду в раю, буду на небе. И они такие, ну, это надо, то есть, и все равно мне не говорят мне. Я говорю, ну, я же все делаю, что вы говорите, я все делаю. И они как бы мне не говорят все равно до конца, ну, если это все равно тебе надо с Богом решить, будешь ты или не будешь, ну, ладно. В конце 2-го дня, один, я благодарю Бога за него, нормальный брат оказался, рассказывает свое свидетельство, рассказывает, как он уверовал. И, ну, так, видимо, Бог его наполнил. И в конце свидетельства он не призывает меня к покаянию, а знаете, что говорит? Вы, наверное, пастор. Я говорю, ну, я могу быть пастором? Почему нет? Он такой, мы так и знали. То есть, я почему это рассказываю? Знаете почему? Потому что иногда мы похожи, то есть, иногда мы... Думаем, что нам вот так рассказываем, вот так. А Евангелие, оно проще, намного проще. Понятно, что потом нужно освящение, нужно посвящение, нужна жертвенная жизнь, нужно труд для Христа. Это все надо. Но Евангелие, оно намного проще. Оно намного проще. И каждый из нас, братья и сестры, может рассказать Евангелие, может поделиться доброй вестью, может рассказать о живом Боге, о живом Христе. И мы должны это делать. Люди приходят в нашу жизнь, задают эти вопросы, и мы должны, глядя на этих людей, не думать о том, где взять Андрея, чтобы он рассказал им, или он показал им. У нас нету сегодня альтернативы, куда вести их. Почему? Потому что мы сами являемся частью его тела. Если они хотят видеть Иисуса, то мы часть его тела. То есть мы должны показать его им, рассказать им Евангелие и показать своей порядочной, благочестивой жизнью, показать им, что мы являемся частью его духовной семьи, частью его тела здесь на земле. И Иисус условия для нас, он-то смотрел на них, он думал о спасении, он думал о любви к этим людям, он любил их, он сострадал и сопереживал, и он смотрел на них, и он говорил, конечно же, в первую очередь о себе, но второе, он говорил и о нас с вами. Он говорил, что если пшеничное зерно, павшее в землю, не умрет,
то останется одно. А если умрет, то принесет много плода. У нас почва такая в большинстве мест, что если картошину закопать весной, глина везде, то ее можно осенью такую же выкопать. Немножко испортится, но почти сохраняется. Ничего не растет. Почти ничего не растет. Болото и глина. У вас здесь получше, да, с картошкой дела обстоят хорошо. Вот. Но я понимаю, что каждому зерну нужно умереть. Можно оказаться... Я слышал такую историю, наверное, вы тоже, что открывали гробницы фараона и доставали зерна, да, зерна пшеницы, злаки доставали, которые положили когда-то их туда, в эти сосуды, и такими же их достали. И они целенькие, хорошенькие, красивенькие. Они не умерли, но остались одни. Кстати, одиночество в нашей жизни. Мы можем быть в большой церкви и достаточно одинокими. Это тоже вопрос нашей смерти. Апостол Павел сказал, что я каждый день умираю. И он сказал именно в этом контексте. Я умираю для своего эгоизма. Писание говорит, кто хочет иметь друзей, тот и сам должен быть дружелюбным. Правда же? Если человек говорит, у меня нету друзей, то просто ты не хочешь жертвовать, ты не хочешь отдавать свою жизнь, то есть ты не хочешь вкладываться в эти взаимоотношения. Тем более для Евангелия, для спасения. Как покаяться душа, если ты думаешь только о себе? Если ты человек, который думает о себе, он не сильно заботится о том, чтобы показать Иисуса. Пусть сегодня Господь благословит нас, чтобы это наставление, ответ Господа, он был для нас таким, как вызовом, который звучит в нашу жизнь. Еще раз прочитаем 24 стих. «Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, падшее в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода. Любящий душу свою погубит ее, а ненавидящий душу свою в мире этом сохранит ее в жизнь вечную. Кто мне служит, мне да последует, и где я, там и слуга мой будет. И кто мне служит, того почтит отец мой. И, братья и сестры, нас ожидает великое воздаяние. Служа Богу, мы не становимся несчастными людьми, которые страдают всю жизнь от того, что служат. Мы проходим трудности, проходим испытания, но радость наполняет наши сердца, когда мы видим, что Бог употребляет тебя, употребляет служение, в котором ты трудишься, когда мы видим, что Бог употребляет свой народ, свою церковь для того, чтобы другие уверовали. Когда люди заключают завет с Господом, знаете, кто плачет там? Кто на берегу, знаете, кто плачет? А? Кто им служил, кто им проповедовал, кто за них молился, кто их привел в церковь. Правда же? Потому что мы переживаем огромную радость от спасения этих людей. И пусть Бог благословит, чтобы наша жизнь, она была наполнена этой радостью. Когда мы придем на небеса, в Его вечное царство, то как раз-таки наши дела, которые мы сделали здесь, то есть как раз-таки вот этот посев нашей жизни, вот эти дела, они пойдут за нами. То есть Бог, Он смотрит на нашу жизнь, и Он ожидает от нас, от своих детей, что мы будем жить так же, как и Он. Отдавать свою жизнь, то есть жертвовать, переступать через свой эгоизм, любить, прощать, отдавать свое время на этих людей, тратить свое время на этих людей. Прежде всего в молитве, пребывать в молитве за этих людей, переживать в молитве за этих людей, которые должны увидеть Иисуса, которые эти эллины, они должны стать верующими, они должны стать рядом с нами, они должны прославлять Господа. Иисус Христос проливал свою кровь за них. Пусть Бог благословит, чтобы мы не жалели себя, то есть не жалели такой вот свой комфорт, может быть. Нам хорошо, в принципе, сейчас время такое очень хорошее, слава Богу. Чтобы мы в это время пользовались возможностью показать Иисуса другим людям. И это возможно только тогда, когда мы не жалеем себя, то есть когда мы переступаем эгоизм, свое «я», свои деньги, свое время, свои нервы, переживания. Слава Богу! Пусть Бог благословит. Давайте помолимся об этом. Драгоценный Господь наш Иисус Христос, мы приходим к Тебе в
смирении, благоговении пред Тобою. Мы Твоя церковь, мы Твой народ, мы Твои дети. Ты пролил свою драгоценную кровь за каждого из нас. Иисус, мы очень благодарны Тебе за тех людей, которые служили нам, которые проповедовали нам, которые молились за нас, которые привели нас к Тебе. Господи, мы очень благодарим Тебя за тех, которые показали нам этот путь спасения, которые жертвовали своей жизнью для того, чтобы мы сегодня верили, любили Тебя, имели надежду на Твое вечное Царство. Иисус, мы благодарим Тебя. Благодарим Тебя за силу Твоей святой и драгоценной крови, которую Ты пролил для того, чтобы мы имели свободу, для того, чтобы мы имели прощение грехов и жизнь вечную. И сегодня, Господь, пред Тобою мы просим Тебя, Иисус, пожалуйста, благослови нас, Господи, чтобы мы не жалели, Господи, свою жизнь, чтобы мы старались угодить Тебе. Господи, мы знаем, что воля Твоя спасти многих и многих. Мы знаем, Господи, то, что Ты идешь к тем, которых мы не замечаем. Господи, помоги нам замечать их, Иисус, пожалуйста. Помоги нам, Господи, видеть тех, которые находятся на самом дне греха. Господи, пожалуйста, на самом дне жизни. Помоги нам, Боже, замечать их и не стесняться, не стыдиться, но идти к ним, Иисус, пожалуйста. Господи, мы знаем, в этом Твое сердце, в этом Твоя любовь, в этом, Господи, весь Ты. Мы благодарны Тебе, потому что Ты пришел на эту землю для того, чтобы спасти людей, для того, чтобы отдать свою жизнь для спасения многих душ. Иисус, мы молим Тебя, помоги нам. Помоги нам, Господи, быть там, куда Ты идешь. Благослови нас, Господь, чтобы мы старались, Господи, прославили Тебя в этом, чтобы мы исполнили Твою волю, чтобы каждая душа, кто молится, чтобы делали это с дерзновением, с постоянством о спасении людей, чтобы каждый, кто трудится, проповедует, кто жертвует деньги, Господь, чтобы каждая душа, кто участвует в домашней группе, чтобы все мы были ответственны в этом, старались Тебе угодить, потому что мы знаем, что это для спасения людей, для того, чтобы церковь Твоя, она получала приращение, для того, чтобы церковь Твоя, она укреплялась, созидалась, Господи, для того, чтобы народ Твой множился. Иисус, мы благодарны Тебе, потому что сегодня Ты не оставляешь нас, Ты даешь нам свое слово, посещаешь нас Духом Своим. Мы очень благодарны Тебе, Бог наш, потому что сегодня мы можем находиться в Твоем святом присутствии. Ты наполняешь нас своей жизнью, Ты заботишься о нас, мы благодарим Тебя, потому что Ты водишь нас к злачным пажитям, наполняешь нашу жизнь своими благами. Мы благодарны Тебе, потому что сегодня мы уверены в спасении. Мы уверены в том, что однажды встретимся с Тобою в Твоем вечном царстве. Мы молим, благослови нас, Господь, чтобы каждый из нас оказался верным. Боже, спасибо Тебе за этот день, за это служение, Господь. Благодарны Тебе, Боже, потому что можем быть в общении с Тобою, в общении друг с другом, Господь. И мы прославляем Тебя, и мы Тебе поклоняемся во имя Иисуса Христа. Тебе хвала и слава. Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.